чем измерить его нелегкий, добрый труд? Каждый учитель предан школе и детям. И сегодня школа не могла бы жить без вас, без вашего энтузиазма, терпения и усердия. Сколько славных дел прошло через ваши руки. Никогда не знали вы ленности и скуки. Сколько дали вы советов в жизни, на работе. Каждый день ваш проходил в суете, заботе. Золотыми буквами вписаны имена всех педагогов в историю школы. Для вас эти аплодисменты и этот танец. Теперь мы каждый педсовет готовим через интернет. XXI век принес столько инноваций в школу. Само слово «инновация» вызвало бы недоумение учеников 60-70-х годов. Интересно, а как наши мамы и папы обходились в школе без сотового телефона? Многие из них до сих пор не верят, что электронный дневник – это не наша фантазия, а реальность, хоть реальность виртуальная, и не понимают, как можно обойтись без дневника бумажного. А скоро мы удивим их тем, что не будем собирать в школу бумажные учебники. Вместо этого можно будет взять один планшет. Интересно, а чем жила страна, школа и наши односельчане в далекие 60-е и 70-е? Хочешь знать? Спроси у свидетелей того времени. Некоторые из них должны находиться в этом зале. Начинаем перекличку поколений. Я попрошу поприветствовать выпускников, окончивших школу почти 50 лет назад. 1969-1970 годы. Посмотрите альбомы того времени. Вот чем в эти годы жила школа. Пионерские костры, комсомольские собрания, приемы в октябрята, походы по горному Алтаю, летние спартакиады, сборы дружины, пионерские лагеря, лагеря труда и отдыха, сборы макулатуры и металлолома, поездки по ленинским местам, городам-героям, праздники урожая, белые олимпиады, а вечером танцы в поселковом клубе. Thank you.
киоска ты стоишь. Листят обложками журналы, на них со стороны смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Не уйдет, казалось, лето.
новогодние праздники. А какие прекрасные новогодние праздники проводились в это время в школе? Выпускники и учителя наряжались в самые необычные образы, писали сценарии для таких представлений, продолжались старые традиции и закладывались новые. В это время ежегодными становятся смотры художественной самодеятельности. Открывается зал боевой славы насельчан. Школьники участвуют в игре «Зорница». Еще живы комсомол и пионеры, но уже надвигается перестройка. В 1981 и 1987 годах школьная копилка пополняется новыми золотыми медалями, которые получают Ирина Насенкова и Светлана Карнаухова. А теперь откликнитесь те, кому выпали лихие 90-е на годы учебы в школе. 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й. 95-й, 96-й, 97-й, 98-й, 99-й. Сейчас выясняется такая красивая школьная форма. Свобода чувствуется во всем, даже в отношении учеников к учителям и учебе. Конец 90-х приносит в школе новые медали трудами и усердием Андрея Дмитрюка и Александра Радченко. А следующее десятилетие обрушилось на нас медальным дождем. В числе тех, кто окончил школу в 2000-х, 11 орденоносцев. Поприветствуем выпускников 2000-го, 2001-го, 2002-го, 2003-го, 2004-го, 2005-го, 2006-го, 2007-го, 2008-го, 2009-го и героев этих лет. Полякова Виталия, Погорелову Анастасию, Стукань Наталью, Попкову Дарью, Родионову Надежду, Иванченко Василия, Матишова Артема, Алексеенко Андрея, Никушину Маргариту, Гасишвили Юлию. Спасибо.
В это время школа вместе со всеми планетами шагнула в новое тысячелетие, начала новую историю. Этим выпускникам выпало право первыми узнать смысл страшных аббревиатур ЕГЭ и ГИА. Но они с честью выдержали испытание единым государственным экзаменом, помогли будущим поколениям выпускников поверить в свои силы, вселили уверенность в том, что Санниковская школа дает прочные знания. А теперь поприветствуем тех, у кого память о школьных годах еще очень свежа. Выпускники 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 годов. Вы в зале? Мы хотим вас видеть. Время интернета и сотовой связи, технического переоснащения школьных кабинетов в чем-то помогло вам освоить школьную программу. А где-то эти новшества серьезно навредили вам, согласитесь? Но интерактивные доски и компьютерные классы не помешали некоторым из вас окончить школу и пополнить школьную медальную коллекцию. Мы говорим спасибо Зиновьевой Алине, Примаченко Елене, Ильиной Наталье, Штрауф Кристине, Зубкову Евгению, Теплюк Павлу, Белозерову Михаилу и Жук Валерию за прилежное поведение, за то, что подтвердили знания, полученные в нашей школе на выпускных экзаменах. Новое время, новые песни. Сегодня они проживают в различных регионах нашей страны и даже за рубежом. Некоторые из них прислали нам свои видеоприветы и поздравления. Железнякова Наталья. Поздравляю всех с 50-летием.
педагогов, желаю счастья выпускникам, желаю, чтобы было у вас в семьях все замечательно, чтобы вы были счастливы. Пока-пока! Здравствуйте. Меня зовут Наталья Григорьевна. Год выпуска 1987. Большой привет с Кубани. Родной школе передаю привет. И поздравляю с 50-летием свою родную, любимую Саниковскую. Всем привет! Я Летичева Галина, выпускница 88-го года Саниковской средней школы. Передаю привет всем своим одноклассникам, учителям и всей нашей любимой школе огромный-огромный привет. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и всех приглашаю в наш красивый, северный, замечательный город Воркута. Здравствуйте, дорогие учителя и одноклассники. Меня зовут Дмитрюк Андрей, и я выпускник 1999 года. Сейчас я живу в городе Одинцово и передаю вам привет. Поздравляю всех учителей и школу с этим замечательным юбилеем 50 лет. Желаю учителям не стареть и шагать в ногу со временем. А всем сегодняшним ученикам я хочу передать слова моего учителя. Чтобы учиться хорошо, достаточно просто внимательно слушать преподавателя на уроке. Всем моим одноклассникам большой привет. Ребята, я с вами. Спасибо всем учителям, которые 10 лет делали из нас хороших, замечательных, образованных, умных людей. А самое главное – скромных. Правильно вы. Здравствуйте, дорогие учителя, сотрудники и выпускники школы. Меня зовут Карваева Ольга, выпуск 2007 года. Отдельный привет передаю своему классному руководителю и одноклассникам. Время летит неумолимо быстро. Каждый из нас уже стоит на жизненном выбранном пути. Но такое событие, яркое и запоминающееся, как юбилей школы, дает каждому из нас возможность окунуться в школьные годы. Наверняка для большинства из нас школа ассоциируется с первым звонком, линейкой, первым учителем, волнением, экзаменами, влюбленностью, дружбой и, конечно же, выпускным вечером. Благодарю судьбу за то, что имела честь учиться в средней образовательной, Саниковской средней общеобразовательной школе и иметь таких достойных учителей. Всем большой привет и всего доброго! Всем привет! Меня зовут Рогачева Наталья. Я выпускница 2000 года Саниковской средней школы. Проживаю на данный момент в городе Санкт-Петербург. Передаю всем огромный привет, особенно своей любимой школе, своим любимым учителям, своему классному руководителю Людмиле Анатольевне Купцовой. Я вас помню, я вам благодарна, благодарна всем учителям, которые обучали меня в этой школе. Спасибо вам огромное. С юбилеем нашей любимой школы. Добрый вечер, уважаемые учителя, одноклассники. Я выпускница 2004 года, Майер Ксения. Пользуясь возможностью, хочу всех поздравить с юбилеем школы. В нашей школе хочу пожелать процветания, даря детям хорошее воспитание, верные знания, радостные воспоминания. Пусть каждый ученик школы будет креативен и успешен. И надеюсь, что в 2022 году наши сыновья станут учениками школы Саниковской. Всем привет, меня зовут Алексей Гилев, выпуск 2005 Саниковской средней школы, я из города Уфы. Школа с праздником, всем привет, до встречи. Дорогие друзья, я всех сердечно поздравляю с юбилеем нашей замечательной школы. Нашим любимым учителям я желаю неугасаемых сил и вдохновения. Ученикам отличной учебы. Любите учиться, любите развиваться. Цените нашу прекрасную школу. Пусть она станет для вас лучшим другом, помощником, наставником во всех ваших начинаниях. Всем счастья, здоровья, успехов и так же много солнца, как и у нас. Привет из теплой Турции. Скоро увидимся. Здравствуйте, я Жилин Дмитрий. Закончил нашу школу в 2012 году. Сейчас буду в армии в городе Новосибирске. Передаю большой привет своим одноклассникам и всем тем, кто меня знает. Хотелось бы сказать большое спасибо всем учителям, пожелать им успехов во всех их делах, крепкого здоровья и спокойных учеников.
Сане Кослешколе есть чем гордиться. Ее выпускники учатся в различных вузах страны. Многие выпускники посвятили свою жизнь педагогике. Некоторые из них работают в стенах родной школы и сейчас. Это Погорелова Ольга Ефимовна и Никушина Ида Лаврентьевна. Школа – это не только учителя и ученики. Школа – это огромный механизм. И чтобы он работал, требуются усилия многих людей. Одни из них нас кормят, другие создают уют, следят за документацией. Приятно отметить, что и среди работников нашей школы есть ее выпускники. Из настоящего, прошлого в будущее переносит нас машина времени легко. Стоит лишь задуматься, каким оно будет. Прежде всего, оно должно быть мирным. Тогда будут зеленеть леса, рождаться счастливые дети и строятся новые школы. Пусть все надежды, планы и будущие проекты обязательно сбудутся. А сегодня из праздничного настоящего вам поздравления страны «Счастливое детство». Санитарка и швея, даже мама здесь моя. Здесь ученый, строитель, врач, шофер и наш учитель. Токарь, воин, журналист и заслуженный артист. Мы бы всех сейчас назвали от начала до конца. Скажем кратко, в этом зале беспокойные сердца. Те, кто строит, сеет, пашет, варит, лечит, шьет, печет. Бережет Россию нашу. Всех, кому у нас почет. Разгадали мы секрет. Это выпуски разных лет.
Машина времени. Кто-то скажет, утопия. Однако прогресс шагает по нашей планете семимильными шагами. И может быть в школе, на уроках истории ученики будут ходить в другое время. И через несколько столетий заглянут в февраль этого года. Увидят наш праздник, наши улыбки, порадуются за нас. Машина времени летит вперед. И каждый новый, даже резкий поворот нам обещает новизну и радость перемен. Пусть радость праздника не знает стен. Пусть настоящим будет творческий подъем. А если есть барьер, то мы его возьмем. Все вместе можем многое свершить. Давайте с радостью учиться и красиво жить. Праздничное время скоротечно. Трудовые будни занимают основную часть нашего времени. Такова жизнь. Но в минуту заслуженного отдыха мы хотим пожелать жителям школы забыть обо всем, кроме праздника, и наслаждаться прекрасными песнями. Мир прекрасен. Этот мир чудесен, посмотрите. Посмотри, пролистав страницы прошлого сперва. Быть счастливыми сегодня поспешите. Будьте ими всюду и всегда. Пусть мечты из завтрашнего дня вас безоблачную даль маня не закроют разноцветия жизни. Здесь, сейчас. Будьте счастливы сегодня. Поздравляем вас. Всем желаем крепкого здоровья. Жить, учить, учиться и дышать любовью. Я снимаю все. Вот так, я сейчас, я потом подойду. Лысый, лысый, седой, блядь. Больше я не знаю.
Ивановна, отметилась. Отмечайтесь, отмечайтесь в кадрах истории. Хорошо, ну я, скажи, как там слуги будет у вас по местам. Да, там придешь и все. Нет, дело в том, что вам перед этим реквизиты со своей мне книжечку надо. Надеюсь, вы реквизированы. Что вы снимете? Ладно, понятно, понятно, понятно. Понятно, понятно. Заходим. Входим все, заходим. Поздравления от выпуска 2005. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да. Давайте я вас щелкну прям сходу. На видео сниму. С каким Владом? На зоркальце. А вон туда вниз вроде, там бегает. Нет, там еще только даже покучнее. Давайте покучнее, ну. Сейчас я перейду в сторону. Внимание, снимаю. Прекрасно. Внимание. Внимание. Есть. У меня видео идет, и параллельно снимаю. Еще раз. Оп. Все. Всем добра и здоровья. Большими цифрами, пожалуйста. Ой, 90 проходите, пожалуйста, не стойте. Здравствуйте. 2000 проходите, присаживайтесь. Вот это наш, вот это точно. Это точно. Да. Друг друга наши. Это 84-й, я так полагаю, да? Мы 82-го. 82-го. А что еще мы тогда нас обманули? Я важно пошел 84-го. А, ты не пошел. Сиди ты сюда. Ну кто меньше? Ну еще какие-то здесь сидят. Все? Все, наверное, да. Так, и сколько у нас получается здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 выпусков, да? Вот 50 лет в школе, подумайте только. Ну, она уже совсем другая. Уже нет таких полов, которые у вас были, да? Они уже где-то у нас скрипят, где-то проваливаются. Да, вот пропали. Заметили, да? Это полуразмерные. Это однозначно 50. Тут даже вот дырки сохранились. У Александры Константиновны, если вы помните, кто учился позднее, помнишь, да? Здесь была лингофонная установка. И вот здесь дырочки вот эти вот. Туда провода. Провода были. Лингофонный аппарат. И вот у меня на уроке мальчик, он постоянно спрашивает, что это за дырочки. Я им объясняю, что это лингофонная установка. И вот ему купили кольцо. Кольцо в церкви. Там написано «Спаси и сохрани». И вот он сидел, играл на этом уроке. И это колечко покатилось и упало вот сюда в дырочку. И чем мы это колечко только не доставали. Он на каждой перемене приходил и просто ревел. Вот достаньте, верните мне это колечко. Вот отдайте мне это колечко. Мне пришлось купить это колечко. Через два дня я его возвращаю. Ты знаешь, мы на магнитик туда. И как только мы не пытались достать. Я поехала, купила в церкви это колечечко ему. Приезжаю, говорю, вот, ну потому что в церкви наша пасть. Приезжаю, показываю ему колечко, он надевает, оно ему большое. Потом мне пришлось сочинять, ну ты понимаешь, в чем дело? Оно же все равно у тебя слетело там. Тогда это был пятиклассник, маленький мальчик. Так что вот эти дырочки до сих пор остались. И некому их, ну это как память, пусть останется. И некому достать. Ну вы представляете, какой там ближе к классу. Пока они будут делать. Нет, в нашу бытность мы не носили. Нет, а там... Нас все это снимали. Мы не могли себе позволить.
рекорде в этом. Так что это все оставалось дома. Ну вот, к сожалению, так. Светлана Васильевна, Николаевна, представьте ваш класс, а то я потом забуду. Какой выпуск? Мой любимый класс, мой любимый выпуск, 1999 год. Все замечательные, красивые, успешные, молодые, самые лучшие, самые клёвые. Спасибо. Прекрасно. Получилось? Накатил.